До 50% увеличивают торговую надбавку владельцы магазина «Вактау». За 4 месяца за завышение цен на социально значимые продукты питания к ответственности привлекли 22 предпринимателя. Еще 20 хозяев торговых точек получили предупреждение. Двое заплатили штрафы в размере более 250 тысяч тенге. Выявляем на комиссии цепочку. Комиссия протоколом нам направляет материалы, вот какие мы должны проверить. Мы данные отправляем в органы ДГД, и у них есть электронные счета фактуры. СФ они нам направляют, мы смотрим по СФ. Если есть превышение 15% надбавки, мы сразу привлекаем к ответственности. Тем временем потребители все чаще уходят из продуктовых магазинов недовольными из-за высоких цен на продукты питания. По словам опрошенных покупателей, цены с начала года в магазинах «Актау» увеличились почти в 2 раза. А для пенсионеров самой затратной частью бюджета стала покупка еды. Нет, конечно, пенсии не хватает абсолютно. Потому что в основном все уходит вот на еду. Уже себя как бы ограничиваешь, потому что берешь не в большом количестве, а понемножку берешь. Много что-то отказываешь себе, потому что не хватает пенсии. А конфеты вы купили сколько граммов тут? Не знаю, немножко купила там. А больше почему не взяли? Нет, больше экономить надо деньги. Все деньги на вот так. Эконом надо немножко. По словам специалистов, нерадивых бизнесменов они проверяют 2 раза в неделю. Между тем, даже несмотря на проводимую работу по регулированию и сдерживанию цен, потребительская корзина для многих до сих пор считается самой затратной частью бюджета. Как отмечают в департаменте, завышают стоимость продукта до 40-50%. По аналогичным фактам потребители стали чаще подавать жалобы на владельцев придомовых магазинов.